Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередные с 4 по 6 серию сериала «Золото» вы сможете во вторник, 15 февраля на канале НТВ. В них вы узнаете о том, как отряд начинает добычу золота в две бригады. Несколько дней упорной работы дают свои плоды – 220 граммов. Но за старателями следит Алижман, человек уйгуров. Вечером в лагерь приходят проститутки Антона, вместе с ними Анюта. Гоша влюбляется в девушку и выкупает ее у Антона за 2% от своей доли. Антон узнает, что его возлюбленная Наталья взяла его деньги и купила на них теплицу и оборудование для выращивания женьшеня, в горшках которого они планировали перевозить золото. У Антона там временем продолжаются разборки с конкурентами, часто заканчивающиеся стрельбой. Гоша, уверовав в легенду о Марте, отправляется на ее поиски и проваливается в нее. По пути в лагерь Гоша натыкается в лесу на избитую девушку Умиду, которая оказывается помощницей Алижмана. Умида помогает с нападением на лагерь, теперь он в руках бандитов. Раненому Руслану удается при этом сбежать. Его доставляют в больницу, а Антон отправляется к помощнику Чолпана и Аркену. Он знает, что Аркен ворует золото и грозится его сдать. Зажатый в угол, Аркен рассказывает, как Антону вернуть себе участок. Антон возвращает себе лагерь. Гоша ведет его к шахте в обмен на сотрудничество и 30% от доли. Антон с Гошей едут в Чолпанай навстречу.